собак резали в Болгарии. Как произошло это? Обыкновенно, резал болгаркой. Товарищ попросил поспилить машину, точнее допилить. И сам ушел в Эстонию. Не предупредил, что там бак. Резал, загорелось. А резко взрыв был какой-то? Нет, просто. Нет, оно просто загорелось. Я даже не слышал сначала. Я просто продолжал резать, я уже отчупался, дымок.